честь, и закон, к сожалению, не принимается. Но мы на этом не останавливаемся. Еще раз повторюсь, очень часто лидер ЛДПР Владимир Жириновский встречается и с главой государства, и очень многие вопросы нам удается продвинуть, провести в жизнь, даже если авторство принадлежит не ЛДПР. Многие идеи мы вносили, потом эти инициативы «Единая Россия» отклоняется, потом вносятся в наши законы ряд небольших, незначительных поправок, уже вносятся от имени «Единой России», и после этого закон принимается. Но мы не гонимся за авторством, лишь бы законы были такими, которые сегодня люди в первую очередь ждут от власти. Сразу, чтобы потом не забыть сказать, хотел бы обратить внимание, здесь девушка раздает буклеты белого цвета, я очень вижу много молодежи. Вот эти буклетики белого цвета, это краткая информация об Институте мировых цивилизаций. Это высшее учебное заведение, учредителем которого является Владимир Вольфович Жириновский. Институту более 17 лет. Институт за эти годы прошел государственную аккредитацию, выдается диплом государственного образца. И в этом институте всем молодым людям, как и подобает настоящему учебному заведению, которое дает высшее образование, все молодые люди получают отсрочку от службы в армии. Но это не самое главное. Самое главное — это то, что в этом институте все иногородние студенты в Москве обеспечивают.